Друзья, всем привет! Сегодня очередной обзор клеток для канареек. Значит, в размер клеточки длина 66 сантиметров, высота 60 сантиметров, ширина 30 сантиметров. Клетка оборудована, в набор, значит, идет кормушка-поилка, поддон выдвигается на себя, вот его видно. По центру внизу дверка. Затем с правой стороны, вот здесь тоже вверху дверка, это вторая дополнительная дверка, вот открывается. Можно повесить гнездо, можно повесить купалку, два засовчика. Так, еще дверку сделал с левой стороны, тоже можно гнездо повесить или купалочку, но это уже пониже. Вот будет дополнительная дверка. То есть всего получается три дверки. Можно, в принципе, сделать дверки и вот, допустим, одну дверку. Вот тут, видите, по центру дверка. А также можно сместить влево или сместить вправо. Две двери сделать. Допустим, здесь дверку. И повыше дверку сделать, чтобы удобно было птицу ловить. Вот так вот выглядит клетка. Клетка покрыта лаком. Устойчивая к воде. Можно чистить клетку влажной уборкой, проводить влажную уборку. Вот так выглядит клеточка. Значит, ванночки вот такие, ну плюс-минус разные, с такими вот крючками, подходят очень удобно с помощью вот такого кронштейна. Ванночки устанавливаются на дверку. Можно на центральную, можно на боковую. Значит, установили кронштейн, взяли ванночку, налили сюда водички, можно наливать отвар ромашки, очень полезно. Вот так раз, установили. Видите, все держится плотно, нигде никаких зазоров, птица не выходит. Канарейки, амадины, волнистые попугаи тоже купаются в таких ванночках. В общем, вот так все это выглядит. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Закажите клетку. В общем, кого клетка заинтересовала, по номеру 8-928-231-6107 можно заказать. Любые размеры. Примерно 2-3 дня буду показывать обзор птенцов канареек. Уже вылетели с гнезд. У волнистиков еще кормятся. Так что скоро будем канареек рассматривать. Всего всем хорошего. До скорой встречи. До свидания.